Привет, зритель! Сегодня одна из моих парных обезьянок, сумочек, у меня только одна такая была пара обезьянок, сумочек, отправилась к черту на куличики. Аждакан. Будет там жить, не знаю, на ПМЖ или как. Короче, у меня там куча всяких видео, кто в курсе, с Абхазии. 40 гигов на эту флешку, еще на другую, ну, в смысле, на другую флешку, но с этой камеры. И еще сколько-то там гигов 20 с экшн-камеры. И еще фотки до сих пор не разобраны. Постараюсь их в деревне немножко разобрать. Надо будет только перекинуть сначала. Ну или хотя бы часть видео смонтировать. Короче говоря, и вот еще там что-то я готовила, оно не записано, в смысле не смонтировано. Там фоном может кота видно, но я решила сейчас вот обозреть в довесок к вчерашнему АСМРу. Что я купила в Ашане. Причем я думала, что я покупаю там 1000 на 2, ну на 1500, ну на 1000 точно, а оказалось на 500 с чем-то. Сейчас я даже гляну, но точно 513 рублей 73 копейки, не поверите, вообще какая бюджетная, Лёля, нафиг, блин. Короче, у меня закончилась, можно сказать, вообще она сломалась, а у меня была куплена еще в той квартире, наверное, года 4 или типа того, или, ну, может быть, даже лет 5 назад, штуковина под ложечки, под поварёшечки, фиксики. Я еще с одноклассницей, помню, тогда ходила и с ее пинка, в принципе, там купила за 40, или сколько там она стоила, за 40, за 50. У нее я неделю назад обнаружила, что у нее откололся кусочек, где ложечки кладутся. Думаю, ну вот я буду мыть, обрежусь, или так буду ложить и обрежу. Думаю, что мне это битая хрень, я могу купить что-то другое. И я специально, думаю, зайду в этот Ашанчик, гляну, может, там что-нибудь такое есть. А там есть очень даже забавное. При желании ее можно повесить, я, правда, не знаю, как она. На крючочек, но у меня нету этой фигни, которую вот так, и на ней крючочки. У меня просто крючочки, но я не знаю, наверное, не повесится на такой крючочек, который у меня есть. Пластиковая штучка с оливками, фиба, пластбыт, сделан в Рашке, подставка для ложки с декором. Там еще какой-то поваренок мужик был, и она другим цветом была, но думаю, что мне поваренок мужик, у меня все-таки больше белый может даже подойдет к кухне, чем та непонятного цвета. В общем, вот такая вот подставочка. Сейчас я гляну, почем она вообще стоит. Так. Мишки. 34,50 она стоит. Так. У меня на днях сломалась воронка маленькая, большая осталась Советского Союза еще. Такая конкретная воронка, у нее вот эта вот фигнюшка вся треснула, я внезапно заметила. Думаю, а что она мне? Я ее выкинула, думаю, куплю другую. Не, такие она деньги стоит, а она даже вообще, можно сказать, копейки стоит. Сейчас я найду. 6 рублей ровно стоит, а нет, это не то. Она стоит 6 рублей 20 копеек. Вот вполне себе воронка обычная, нормальная. Примерно как та была, по размеру вот такая же, только вот другая, цветом. Та-то была такая уже белая. Так, чему рука потянется? Вообще у меня было 2 пакета и сумка, но один пакет порвался вот этой штучкой, и сам он немножко, кажется, был рваненький. И вот, я еще сегодня искала, по всему центру избегала все эти МТС и мегафоны, зашла и в 2 магазина этой компьютерной и прочей техники, держалку универсальную для телефона, видела в сети от 70 рублей, вот ее можно поставить, допустим, на селфи-палку, если у нее такая же штучка, как вот у меня на штативе, а можно на штатив, но что-то вообще нигде не было совершенно, а селфи-палка мне, у меня еще кто-то писал, память, так, ой, докажи селфи-палку, она такая дешевая, тра-та-та-ля-ля-ля, ну фикси, можно за 99 купить, на Али там где-то еще, всякие разные селфи-палки в ДНС я сегодня видела. Но на ней же неудобно это, как я ее поставлю, допустим, стримить с телефона с кухни, да, я ее должна поставить, и она стоит зафиксированно, а я что-то делаю, а тут еще держать это, у меня нет третьей руки или еще кого-то, кто бы это держал, и потом нахрен мне эта селфи-палка, она же совершенно неудобная, ну и в общем, я думаю, потом на сайте где-нибудь заказать, что-то по типу ДНС я видела похожую штуку. Вот в одном месте она за 70, надо глянуть вообще, как там с доставкой. А в другом месте за 500 с чем-то. Если там она, там, где она за 70, и доставка там в 500 с чем-то, то легче заказать с доставкой на базу выдачи, где она за 500.
Короче, я сначала хотела купить кунжут, который до этого покупала 2 пакетика кунжута, из них что-то ваяло. Один у меня еще вроде живой пакетик кунжута, потом разлазала на полку кверху. Помню, что был пакетик кунжута неполный, и я его все-таки в тот раз не нашла, в этот раз обнаружила. Я забыла, что у меня дофига кунжута, теперь у меня еще более дофига, там 10 грамм было кунжута, 10 грамм неполные, и теперь у меня еще 150 грамм кунжута. Там был, в общем, за 8 чем-то я покупала до этого, у меня совсем финансов не было. Но мне хотелось что-нибудь испечь, и вот то, что оставалось, я истратила. Потом, значит, да, Карине, спасибо за донат фруктов, я тут все купил. Правда, меня потом пожурили, что типа вот в саду, в огороде растут такие всякие ягоды сейчас, они более витаминные, чем то, что ты покупаешь. Типа нефиг фрукты покупать. А мне что-то так хотелось, я купила черешенки. Короче, ну это тогда было. Я тут смотрю, там за 37-50 грамм, думаю, о, круто, в следующий раз куплю этот пакетик за 37, сразу 50 грамм, будет дофига и больше, и буду во всякие свои эти эксперименты зафигачивать. Кстати, я на 2 сантиметра похудела, у меня была талия, по-моему, 71, если не путаю, но точно 70 с чем-то, 71 где-то, а сейчас 69, каким-то образом. Ну, короче, и я увидела кунжут, вот такой вот, 150 грамм. Сейчас скажу, почем он, я так прикинула, и вот этот выгоднее покупать, чем тот за 37 с чем-то. Кунжут, ты где? Где ты, кунжут? Кунжут 150 грамм, 75 рублей 40 копеек. В общем, вот такой кунжут. Причем он совершенно новенький, этот 1.06 свояенный, засыпанный или типа того. И, по-моему, он 12 месяцев живет или где-то. Ну, где-то тут было написано, да, 12 месяцев. Мне его хватит за глаза и уши теперь. Так, я купила себе, прочитав коммент Оксаны, я ее фамилию сейчас не произнесу, но я ее помню, я мысленно ее прочитываю, эту фамилию Оксаны, которая у меня во флудилке есть, и вот в комментах она бывает там, что у нее бабушка тоже пирожки на дрожжах делала, которые разводить, но она делает на которых не брикетиком, а которые вот засыпал, и они все, вот сами уже... Быстродействующие, короче, вот они у меня называются. Но я не покупала эти быстродействующие дрожжи, только потому что там вот по большей части в составе дрожжей еще какая-то фигня подсунута. И я искала, думаю, ну вдруг будут какие-нибудь дрожжи, которые чисто дрожжи. Вот, ну иногда раньше были, продавались в составе дрожжи-дрожжи. И вот тут дрожжи-дрожжи, Ашан, твой секрет идеального теста. Быстродействующие дрожжи и в составе просто дрожжи. И вот они-то у меня и стоили 6 рублей буквально, 12 грамм. 6 рублей ашановские дрожжи-дрожжи. Советую, если у вас есть в вашем населенном пункте есть Ашан. Или есть возможность к нему приконнектить. Вот. Так, ты что у меня такое? А, у меня же одна точилка только. У меня раньше было 2 точилки. Точилка такой, типа Валентина Росси на спортбайке. Но она у меня умерла, когда, по-моему, сюда переезжала. Умерла, надолго жила. И просто точилка от набора, который я выиграла, заняв там какое-то 3-е, 10-е, 25-е место в краеведческой библиотечной по области викторине. Еще в 2004-м, может, году, хз. Ну и, в общем, мне эта точилка, как бы, штучку-то, по-моему, я вытянула, там что-то она, не знаю, или она переехала, или у меня ее кто-то забрал, хз. А вот точилочка осталась, она, наверное, кому-то отдала. А точилочка осталась, но она в деревне. А я вчера, когда рисовала, так страдала. Ни точилочки, ни ножичка канцелярского. Есть еще маленький ножичек, который меня в художке, когда учила, дедушка мне его отдал, подарил. Такой вот. Чистила. Есть очень опасный ножичек, который я купила с пинка, не буду говорить ему фамилию, чуть было не сказала, с пинка, короче, приятеля из Питера, который великовозрастный. Он там был в Питере, с ним гуляли, он говорит, купи, он такой страшный. Вот так нажимаешь на кнопочку, он выкидывается, трындец вообще. Он у меня где-то заныкан. Но благо, он так закрывается, что там как бы защита, что не нажмешь на кнопочку, если закрыто, не нажмется. И вот мне надо было канцелярский ножичек и точилочку, думаю, что в деревню увезла, допустим. А тут порисовать вдруг приспичило. Правда, ну все уже в курсе, что у меня там не вышло то, что я хотела, но вышел вообще полный трындец какой-то. Ну, я так поняла, что такой хороший светлый трындец. И я вот ножичек не нашла, но нашла вот точилочку такую. Там несколько разных было точилочек. Там точилочка на большую мелкую дырку. Думаю, а что мне на большую дырку? Мне на стандартную точилочку. Вот на ценнике она была 14 с чем-то. Не знаю, как тут. Сейчас найдем.
Та цилка. Та цилка, ты где? Да, вот точилка ровно 14 рублей. Вот. Та цилка. Счастье есть. Я еще купила себе два разных пакета разных фирм эти, ну, рулончики пакетов. Как-то купила где-то пакетов, по-моему, в этом, в Ашане. И они увезла в деревню. У меня до сих пор родичи припоминают, что я специально купила. Вот, вот прям вот не то, что как бы я их вообще не делала, эти пакеты, а тупо купила, что не моя это вина, или там даже не вина магазина, а производителя, брат. Там отрываешь пакеты, он вот так вот, ничем не заделанный. Вот так вот, короче, идет. И вот не знаю, как мне повезет или нет. И когда мне стали выносить мозги, что вот надо в магните покупать, я говорю, тут купила магните. У меня точно так же через раз отрываются пакеты, и наполовину там есть жопка или нет. В общем, пакеты. Упаковка 21 века, 25 на 32 сантиметров. Пакеты для завтрака, 100 штук. Сейчас мы их найдем. Пакеты для завтраков 21 рубль стоят, вот такие вот. И мне еще тут типа того, что вот в магазине упаковка, можно купить контейнеры, там, значит, пакетики. Я говорю, помню, у них купила еще в той квартире контейнеры, у меня одна упаковка была этих контейнеров, была бракованная. Крышечки вообще совершенно не подходили. Так что это, по-моему, везде такой раз на раз бывает. А не то, что вот ты где-то купил. Я еще помню такая фишка, купишь в каком-то магазине, помню, ваш этот... Может, фикс прайс только появился. Ой, да не в жизнь там ничего не покупать. Да ты чё? И тут я как-то попёрлась в фикс прайс и напоролась на всю свою близкородственную, не совсем кровную родню. Думаю, да-да, мы тут ничего не покупаем. Это я к тому, что в каждом магазине есть какое-нибудь говно и есть что-то путное. В общем, тут у нас каждый день пакеты для завтрака. 100 штук. Почему-то они пропечатались мешки для завтрака. КД 18 рублей. Там, кстати, вот были за 10 рублей... 50 штук такие же. Подумала, выгоднее покупать и по цене, и так, те, которые 100 штук. Так, у меня тут есть такая штука. Открывалка. Я открывалку одну отправила в деревню доисторическую, СССРовскую. Той, которую я открывала после того, как сделала, вшила дырочку. Консерву, по-моему, с куриной и курицей, когда делала этот куриный овсянковый суп, на который очень много ролик-комментов попобольных зрителей. И я тут жалуюсь, вот, говорю, у меня осталось еще 4 банки, ну, маленькая, еще 4 конкретных банки красных помидорок, которые ты мне делала на зиму. Я про них совершенно забыла, и тут мне что-то приспичило. То огурцы соленые тут хомячила, так хотелось вообще. То еще вот помидорки, значит, а тебе можно не делать. Я говорю, суть не в этом. Я говорю, вот эту штуку отправила в деревню, открыть было нечем. Там железная такая банка, ну и вот как-то вот так и прокрутить. И я осталась без помидорок. Она говорит, да купи еще такую штуку. И вот я купила такую штуку. Это у нас открывалка каждый день. Я ее потом отсобачу. Так. Может, даже сейчас собачу. Вообще, мне в 4 часа надо было немножко в другое место пойти, но в том же районе. А перед этим еще кое-что сделать. Поэтому не буду я тут сейчас, хоть я ее открыла, не буду тратить время дальше на всякие отсобачивания. Кто-то до сих пор в комментах попоболит, что я и насики даже... Кстати, насики там в моей теме флут потерли. Я так удивилась. Я была 133 страницы, стала 132 страницы. 4 июля последним комментом. Короче, у меня там наклейка тоже каждый день на крышке от сковороды. Ну, отдельно покупала крышку, потому что у той сковороды была... Ну, не было крышки, а была крышка, которую я с той квартиры привезла. Я не знаю, я ее куда-то, наверное, утилизировала, потому что что-то я не помню, что у меня с этой крышкой от сковороды стало. Нужна, короче, мне была крышка с дырочкой. И вот там была такая же наклейка, и до сих пор эта наклейка живая, и все мне что-то попоболят. Ну, точнее, попоболят те, которые попоболят от того, что человек не отсобачил наклейку. Как ее вообще отсобачить? У меня вот можешь, она не отсобачивается. Не все наклейки быстро отсобачиваются. В общем, вот такая открывалка. Каждый день где-то оно тут. Открывалка для консервов 24 рубля удовольствие. Мне там одна ручечка так понравилась, но на ней не было вот этой наклеечки. Я думаю, а что народ напрягать? Если нет наклеечки, то они мне ее не пробьют. Я взяла. Где вот явно видно этот штрих-код нормально, чтобы продавец тоже не мучился. Я ж не изверг. Я купил себе арахиса, я там уже покупала как-то арахис. Как раз вот, когда у меня не было... Было очень мало денег, но на всякую по мелочи хватало, чтобы сделать что-то вкусное. В общем, вот я купила себе арахиса. Вообще, я вчера еще купила грецких орехов в магните, но я не обозревала, мне тупо как-то совсем некогда было. И мне, там половина из того, что я купила, было для человека, которому сегодня обезьянка уехала.
Вообще он как бы обезьянку, ну, не то чтобы хотел, я думаю, может, и не хотел, но иногда вам что-то дарят, что вы вот договорились, да, с человеком, и дарят что-то от себя, и вот я считаю, что-то от меня. Так, где у нас тут арахис? Арахис, сырой, очищенный, 220 грамм, 27 рублей 28 копеек. Кстати, он там по 124 рубля за килограмм. Хороший арахис, я его тут даже жарила. Это у меня все, что я достала с сумки, потому что у меня тут пакетик тогда порвался, вот благодаря этой я там в центре перекидывала из одного в другой в сумку. Я увидела тапочки. У меня сейчас проблема с тапочками, я одни тапочки увезла в деревню, у меня тут остались только одни тапочки. Вот так гости приходят, тапочек нет, только все на мне. Я иногда в сланцы переодеваюсь, говорю, вот вам мои тапочки. Ну и, в общем, как-то напряг у меня с тапочками. Так что люди, если вдруг решили что-то Лёле подарить, задарить, прислать там и тому подобное, не знаете что, вот у Лёли проблема с тапочками, можете тапочки подарить. Так-то у меня 35 размер ноги, но у меня всякие гости могут прийти. Я взяла этот 37 тут размер. Вот всякие наклейки содрала с них. Они шли по скидке. 39, что ли, рублей. Еще думаю, блин, вот возьму тапочки. А вдруг они не по скидке, потому что они 121, думаю, за 121 рубль за такие тапочки как-то жаба душит. Такие мягонькие, вполне себе тапочки. Так, где у нас тут эти тапочки-то? Тапочки, тапочки женские, домашние. 39 рублей 17 копеек. Вот, а. Хороший этот тапочек. Так что, если что, не знаю, как у ваших, но у нашей Машане тапочки вот такие, там, желтый ценник на них, 39 рублей. Я купила себе салфетки. Вообще, я хотела в другом отделе и глянуть, но тут что-то увидела, смотрю, салфетки. Ашан, 50 штук, 24 на 24, однослойные, по 12 рублей они. Вот, там что-то 100 штук стоили 33 рубля, я так думаю, хрена себе, даже в магните дешевле в нашем. Учитывая, что у него проходимость маленькая. И тут обычные салфетки, бумажные изделия бытового и санитарно-гигиенического назначения, разового использования, салфетки столовые, 100% целлюлоза, 50 штук. Вот один слой, 50 штук. По 12 рублей они. Да, ровно 12 рублей каждая штучка. Кстати, вот те салфетки, которые я покупала в этом за 12,50, 100 штук синенькие и какие-то еще бежевенькие, в светофоре они такие поганенькие вообще. Они как-то вот, ну, мне не понравились. Они как-то вот берешь одну, кажется одна, а там еще несколько штук, они как-то вот прессованы. Они мягкие, хорошие, но вот они какие-то, ну, никакие. Не буду там больше покупать ничего такого. И, по крайней мере, я на нее так смотрела, но мне все время душила жаба. Я давно-давно хотела амарантовое масло, еще не знаю, когда там, может, интернет у меня был только исключительно на почте или еще что-то. Так, когда я только еще периодически загонялась какой-то вот с такой странной едой, ну типа это, я даже не знаю, у меня еще пока не сформировалось в голове конкретно такое слово, как это все обозначить, что тут периодически какое-то странное феерическое дело. У меня подруга пришла, тут делала, скрестила рецепт конфет веганских и овсяного печенья. Она чуть такое, я говорю, ну это типа как бы печенье, она так попробовала, кто вкусно, и сидели мы с ней, у меня чаю ни черта нету, только это печенье, которое сделала в надежде, что уеду в деревню, а вот случилось на следующий день дождик. С грозой. Короче, лауреат премии «Здоровое питание» 2017 года. Кулинария. Если это будете жрать, то будет сила, красота и здоровье. Масляный король. Постные продукты. Мука марантовая. 20% белки, 60% углеводы. 374 калории энергии, 300 грамм. 300 грамм тут, но тут все вот эти звездочки куда-то вниз тут идут и что-то не помечают. Вот такая вот она была по скидке, потому что у нее срок до ноября этого года. Но я думаю, ее успею делать, что тут, 300 грамм. Тут рецепт, в общем, сделать амарантовые оладьи. И у меня когда-то где-то давно рукописные всякие тетрадочки были, где вот я записывала, что как, с этим, с амарантовым маслом, семенами или так там делать. Поищу, в крайнем случае, в интернете. Что-нибудь заваяем, может, какой-нибудь хлебушек, булочку. Вот зимой меня перло на всякие эти булочки, пирожки. Причем половина, две трети в лучшем случае, в худшем случае две трети у меня умирала, потому что про них забывала. В лучшем случае половина умирала, потому что я про них забывала. Мука, где она у нас тут? Мука. Вот, мука амарантовая, 49 рублей. Вот она сейчас по скидке идет. Я считаю, что очень выгодно, очень нормально. И я глянула, как-то тут зашла в пятерку, рисовая мука там 69. А я думала, блин, на Ашане вроде она дороже. В Ашане, наоборот, она дешевле, она 64 рубля. Ну вот была кукурузная мука по 49 по скидке, а
без скидки, по-моему, цена у нее примерно такая же, как в Ашане. В общем, вывод я сделала, что в Ашане все-таки больше выбора, не только больше выбора муки, но и она как-то слегка дешевле. Ну вот если ездить на велике, то вообще как бы нормально, а если туда на маршрутке ехать, то смысла нету. Ну, в смысле, по идее, выйдет так же. Хотя до Солнечного тоже на маршрутке есть. Так, мне надо было макароны. У меня закончились мои макароны, которые я тогда в светофоры купила. 3 килограмма за 119 рублей с копейками. Я вчера купила в Магните какой-то там пакетик 400 грамм за 19 рублей. А тут у нас самое прикольное. Я, значит, раньше на развес у них была такая же цена, как в пакетиках. Если сложить вот по сумме пакетик. Сейчас у них макароны на развес подорожали где-то рублей на 10. Я давно уже там не покупала макароны. А вот эти практически, ну, может, рублей на 5. Или как были, так и остались. Наверное, как были, так и остались. Каждый день рожки. Полкило. Так. Где у нас эти чертовы макароны? Рожки, полкило, 18,40. А эти 18,50, которые я сейчас достаю. Это у нас спиральки, тоже полкило и тоже как две. Я их покупала уже на вполне нормальные обычные макароны. Тут мука пшеничная, хлебопекарская, высшего сорта и вода питьевая. И аналогично тут же. Ну и вот на развес я взяла себе. Не знаю сколько по весу. А тут такие вот они какие-то, вот такие. Между ракушкой не пойми чем. Где у нас еще тут? Макароны, макароны, макароны. Так, а вот изделия макаронные, гребни, оказывается, 35 рублей 0,5 копеек на 872 грамма. Я думала, что у меня тут 2 килограмма аж взвесилось. Ну, хватит, короче, мне. Это у меня как проходной вариант, или как это так? Ну, когда очень хочется кушать, но некогда готовить, а тут за 10 минут все это сварится и есть сыр. Ну, или там еще что-нибудь такое. Вообще, думаю, какой-нибудь соус своять, потому что сыр тоже много часто не поешь. Я тут кабачки 2 дня делала. Один раз жареные такие, они наполовину тушеные вышли, а другой раз конкретно жареные. И вот у меня сначала желудок так офигевал, а сегодня он вообще сказал: ты чё хочешь, чтоб я ласты склеил? Ну, не сказал, конечно, не в прямом смысле, но суть такая, поняла, что надо как-то это разнообразить. Если быструю еду делаешь, ну, в смысле проходную еду, то можно чем-то там какой-нибудь соус сварить. Вообще у меня есть этот хумыс, который я делала из нута, с, как вот там, с льняным урбичом, 2, по-моему, контейнера замороженных. Я про него забыла, тут вспомнила, думаю, можно, я же с макаронами делала, можно разморозить, можно вообще просто одного урбича, этого хумыса сожрать. Хумус или как он там, я его, наверное, обозвала не так. Так, про салфетки я сказала, про харахис я сказала, спиральки, рожки, подставка, точилка, мука марантовая, друзья. А вот все. Я купила себе 2 персика, хотя, по-моему, я вчера купила еще 2 персика в Магните. Теперь у меня было 4 плоских персика. Сожрать бы их только, не забыть. Где они тут у нас? Персик плоский, весовой. 43 рубля 30 копеек, 228 грамм. 189 рублей 90. Если честно, я не знаю, сколько у нас он стоит в Магните. Так, черешня. Она была дешевле, чем у нас, рублей на 40, если не на 50. Но когда я ее стала выбирать, я поняла, что она там вообще уже вот Богу душу уже давно практически отдала, практически вся. Я поэтому и выбрала совсем чуть-чуть. Хотя меня вчера накормили, ну не то чтобы накормили, но угостили вишенкой садовой, да. Очень вкусно, я так подумала, ой, да я уже наелась этой черешни. В общем, 23 рубля 20 копеек у меня стоит черешня вышла. И 116 грамма. Стоит она 199,99. Короче, 200 рублей без копейки. Так, и последнее, что я купила, черешню-то я показала, но я купила себе вот такую штуку. У меня, конечно, есть штука, которую покупала в Люксе. Я понимаю, что Люкс не виноват, что там такая штука у них продается не очень удобная. Я ее даже обложила этой фольгой, чтобы у меня там ничего оттуда не вываливалось, но все равно оно как-то вываливается. И тогда не было вообще никаких похожих штук. А такую похожую я видела у подруги, но она, правда, раза в 2 больше была. Я хотела что-то вот такое, подставочка. Тут он еще жопка, видимо, чтобы если стихало вдруг что. И я, наверное, заменю свою сейчас на эту. Ну, не сию минуту, может, вечером заменю. Потому что у меня там еще ягоды ждут, когда я их перетру.
Книжки, с книжками мне надо электронными разобраться. Ну и, в общем, вот такую штучку я купила. Я внезапно ее увидела, думаю, надо, наверное, купить. Тоже каждый день сушилка-подставка, 36 рублей. В общем, я когда пошла на кассу, думаю, блин, у меня хоть денег-то хватит, у меня там 2 с лишним тысячи в кошельке и наличные, и на карте примерно так же, думаю, оказывается, у меня вообще все на 500 с лишним ушло. Я так еще переспросила 2 раза, продавщица так своего хреня, я думаю, что это так мало-то. В общем, вот такой у меня обзор еды, не совсем еды, полезных вещей. Я думаю, что тут, в принципе, все более-менее такое полезное. Всем спасибо, кто осилил. Я постараюсь это все-таки сегодня замонтировать. Ну, в смысле, что оно выйдет до того, как я отвалю в деревню. И всем пока. Всем бюджетных покупок.